Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастики. Мы сегодня будем выполнять миссии дня вместе с командой из города героев, где наши супергерои. Ага, они открываются легки. Решили подзапастись монетками для начала. Это хорошо, потому что сегодня мы будем очень много строить, так что откроем побольше сундучков. Крейзи сосиска у нас. Она, кстати, оделась в булочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот-вот пройдет уже свою локацию. И справится с ее самой первой миссией. О, чуть не съела ее злая киса. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. И финиш. Крейзи сосиска пришла к финишу. А также у нас команда Соника выполняет миссию дня. И первое задание выполняет сам Соник. Смотрите, он решил опустошить дашмет и бежит на бешеной скорости. Так, вот это мы телепортируемся. Неужели наша будет схватка с боссом? Я, кстати, не заметила. Неужели там будет босс? Сейчас проверим. Ой, отлично, мы спасли еще котика. Здорово. Так, чем больше спасем у животных, тем больше мы откроем локацию. У нас там где-то еще 6 персонажей, которые мы не смогли открыть в игре Sonic Dash. Потому что нужно настроить локацию, насобирать как можно больше пушистиков. Так, ну а наша сосиска превратилась в сосиску-зомби. И, кстати, сосиска-зомби был не очень удачный вариант. Да, ну что, тут у нас еще есть, давайте посмотрим. Кстати, если любишь канал Ушастик Кидс, тогда обязательно подписывайся на канал и поставь лайк. Мне будет очень-очень приятно. И заходи на мой второй канал. Помнишь название? Молчальный сундучок. Жду тебя и там. Досмотрим это видео до конца и присоединяйся. Ух ты, сосиска-ниндзя. А у нас приступает мышка Руч из команды Соника. Следующее задание для нее. Так, мы тут что-то все-таки можем построить. Давайте, ага, вот она. Вот она здесь нет, здесь у нас тоже не хватает. Пингвинчики. Так, и вот, готова локация. Вот они, маленькие морские котики. Нам осталось всего лишь два места достроить. И локация будет готова. Так, и где же, где-то мы еще пропустили, еще где-то есть стройка у Соника, но ничего. Сейчас мы найдем и все достроим. Надо, ничего себе, сколько тут много зверюшек надо собрать. Ну что, вместе с Руш выполняем следующую миссию. Кому нравится команда Соника, пишите всем в комментариях, проголосуйте за любимого персонажа, да. И сегодня я передам для вас много приветиков, они будут в конце ролика. Хочешь тоже получить привет от нашего канала, тогда тебе нужно... А. Подписаться. Б. В комментариях написать свое имя и фамилию. И тогда получишь привет в одном из новых роликов на нашем канале. А сосиска превратилась в толстую русалку. Еще мы одели на нее ласты. Ласты специально, чтобы она медленнее бежала. Она такая неуклюжая русалка. О-о-о, эта русалка чуть не потонула в рукомойнике. Ну что это за русалка? Ого, мы взяли снежинку, отлично. У нас заморозка и локация сосиски пройдена, мой хороший. Ура, 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 ура. Ну а Хэнк из города героев в этот раз должен победить босса, чтобы спасти своего друга. Посмотрим, удастся ли ему это или нет. Вот такая миссия сегодня в городе героев. Им нужно сокрушить двух злых боссов и достроить локацию. Я вижу, самолетик босса почти уже развалился, но это еще не все. Нам нужно освободить из клетки. Кто там у нас? Джинджер, по-моему, следующий. Та-да-да-дам! А, ну-ка, получила! И открываем клетку. Ой, какая она тяжелая. Ну, получилось. И вот он, еще один супергерой. Отлично, команда супергероев становится все больше и больше. Кто любит супергероев, пишите цифру 9. Голосуйте за самых крутых персонажей сегодня. Проголосуйте, кто же выполнил лучше всех миссий. А у нас мышка Руш атакует злого Заза. И я надеюсь, ей удастся. Отлично. Первый удар в точку. И цель ему в живот. Вот так. Так, последний удар. И я думаю, мы сокрушим этого монстра вместе с Руш. Отлично, мои хорошие. Все получилось. Босс повержен. И 136 тысяч очков получает команда Соника. Отлично. Миссия, кстати, выполнена. Так, пора нам из команды Соника пригласить кого-нибудь еще. У нас есть Мишка Руш. Кто тут у нас еще есть прикольненький? Андроника Эспио. Ну, точно, давно мы не играли Эспио. Эспио, ты готов? Тогда давайте посмотрим, что же мы пропустили. Не могу найти, что же мы не достроили. Кстати, нам немножко зайчик еще подсобирать и кое-что мы тоже построим. Так, а ну здесь у нас что? Так. Ага, всего немножко пингвинчиков, всего чуть-чуть. А вот, смотрите, вот здесь мы можем с вами все-таки достроить. Так, локация не достроена или нет?
чуть-чуть осталось первой локации у нас. Смотрите, корабль. Достоит всего лишь корабль, и все. И я думаю, у нас откроется какой-нибудь классный персонаж. Ух ты, ничего себе. Вы посмотрите, какой наряд выдала у нас Фредди сосиска. Она просто безумная. Это что, Бэтмен, супергерой, сосиска воришка. Я не знаю, что это за наряд, но это прикол. Кстати, она приходит в следующий день. Так, мы можем выбрать кого-нибудь еще. Кукумбера, например. Оу, сосиска, елка. Кстати, уже совсем скоро будет Новый год. Всего-то осталось, ведь сколько у нас осталось? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца. И будем тоже ставить елочки. Вот у нашей сосиски елочку даже ставить не надо. Она может просто одеть костюм елки. Кстати, друзья, а вы заходили на мой новый канал «Волшебный сундучок». Кто еще не подписался, обязательно заходите и подписывайтесь. Буду рада, если присоединитесь на все мои каналы. Так, а также можете подписаться на страничку в Инстаграм. Она прикреплена к главной страничке канала. Ух ты! Так, наш супергерой Джинджер громит так не слабо енотов. Смотрите, сколько он уже 45 енотов поймал. Отлично. Ага. Джинджер только-только стал супергероем, поэтому он тренируется. Енота он еще совсем мало словил. Так, ну вот, врезался. Так, я не знаю, спасать его или нет, и мы дальше продолжим с вами строить город, потому что у супергероев очень много задач. Смотрите, эта локация достроена, и вот тут-то работы очень много. Так, а кто там в плену? Это что, Бен? Песик Бен? Ого, сколько же супергероям придется много заработать монеток и бриллиантиков. Здесь уже нам помогает кошечка Анжела, потому что тут локация ее. Здесь у нас Анжела, Клеопатра или кто там. Да, много тут придется починить. Енотики просто тут все разбомбили, залили, запачкали. Так, много уборки, но ничего, смотрите, наши супергерои, по-моему, неплохо справляются с ремонтом. Так, пока монеток нам хватает, отлично помогает Джинджер, Том и Анжела. Давайте поскорее. Так, уберем здесь все и почистим. У нас будет чистая речка рядом. Вот, отлично, это пруд или речка, я не знаю. В общем, надо будет еще немножко убрать. Смотрите-ка, там что-то горит. Скорее бы потушить пожар. У супергероя закончились бриллианты. Придется открыть запасы. Откроем несколько сундучков и посмотрим, что же в них. Так, а у нас тут у Соника серьезная схватка. Придется победить босса. Но немножко осталось, самый главный удар. И я думаю, у нас все удастся. Давай, и ура! Ура! Команда Соника прекрасно выполняет миссии сегодня. А вот у сосиски что-то не очень получается. Кстати, как вам скелет в булочке? Вот это костюмчик выбрала Крейзи сосиска. Так прикольно, можно ее переодевать в разные костюмы. О, кстати, еще один костюм для Джинджера. Но пока наши герои открывают сундуки с запасами, я начну передавать приветы. А первый привет у меня сегодня есть для Виолетты Булдыревой. Большой-большой тебе приветик, Виолетта. Катя Розина ловит огромный привет. Юлия Курицына и Снежана Колесникова получают приветы на нашем канале. Катюша и Леша Бородинковы, большой вам привет, друзья. София Подоляк и Анна Михеева, а также Даша Иванова ловит приветик. Камиле большой привет, Анна Рудковская, Вера Ищенко, Диас приветик ловит, Лена Кошачева, Алина Осипова и Ксюша Хорошева. Большой вам приветик. Гулимай ловит также большой привет, Кристина Синицына, Катя Вишнева, Саша Шингель получает привет, Юля Курицына, Даша Малахова, Сережа Островский, тебе привет большой, София Суслова, Ева Осинцева. А также Валерия Рябова, Мария Задиренская получает привет, Юлия Бирюкова, Настюша Лесина, Дарья Шлепарева, Алина Осипова, Лариса и Вика Савина. Всем вам, девчонки, большущий привет от нашего канала. Привет для Есиры Акановой и Нелли, Нади Сюзева, Айлин и Марина Ручков. Всем вам пушистый привет, мои хорошие. Спасибо, что смотрите канал Ушастый Кидс. Ого! Так, команда Соника решила поиграть в рулетку. Так, а как тут играть-то? Что за приз нас ждет? Ага, 50 бриллиантов, отличный бонус. А сосиска примеряет наряды. Смотрите, какие прикольные. Обязательно поиграем в новой серии. Какие-нибудь новые нарядики выберем. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть.
Ну, город героев тоже хорошо справился с миссией дня, но лучше всего, я думаю, сегодня с миссией на первом месте справилась эта команда Соников. На втором месте у нас город героев и самая последняя сосиска. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал Ушастый Kids. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра в следующей серии. Всем пока-пока!